Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 57-й серии турецкого сериала «Три сестры». Ранее мы увидели встречу Тюркан и Сонера. Мужчина говорит, что очень рад снова встретиться с ней. Но по лицу девушки не видно, что она счастлива от этой встречи. На ее лице лежит отпечаток множества тягостных мыслей, которые не покидают ее голову и не дают ей спать ночами. Донюш встречается со своей сестрой, и та делится с ней, что когда она услышала от нее, что не считает ее своей сестрой, эти слова убили Дарью в ее душе. Эти слова также очень сильно влияют на Дарью, заставляя чувствовать себя хуже, возвращаясь в детскую спальню и переживая приятные моменты из прошлого, девушка плачет. Она понимает, что того времени больше не вернуть, и сейчас ей нужно самой разбираться во всех проблемах. Рючхан говорит, что ее сын и Тюркан принадлежат друг другу, и что она хочет, чтобы Картал протянул им руку помощи и ускорил их свадьбу. Но девушку не устраивает такой вариант развития событий, и она решает, что выйдет замуж за того, за кого хочет она. Она выбирает Картала и готовится сыграть свадьбу с ним. Сонер же говорит, что не намерен проигрывать и готов сделать все, чтобы Тюркан принадлежала ему. Премьера 57-й серии турецкого сериала «Три сестры» состоится 10 октября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.